Доброго времени суток, друзья, с вами Аиф, ну и это у нас, друзья мои, Angry Birds 2. Действительно, почему бы в 2018 году не поиграть бы в злых птичек, друзья мои? Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас это дело из себя представляет. Давно, может лет 5-6 назад были популярны Angry Birds или Angry Birds Seasons, и я как-то даже не обратил внимания, что у нас вышла вторая часть, пока мне ее не предложил случайно App Store, ну да ладно. Так, у нас лидер стаи Red. Хорошо, это дело мы получаем. 51 перышко. Это что-то новое. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по уровням с вами. Ну, музыка мелодичная, интересная. Пернатые холмы. Так. Уровень первый у нас с вами. Ну давайте посмотрим, что у нас с ним получится. Надо более-менее вспоминать, привыкать, как все это дело работает. Так. Мы с вами за одну птичку должны это все дело сделать. Но это успех, друзья. Да, это успех. Хорошо. Так, ну... Мы вроде разрушили все прям в нулину. Должно быть 3 звездочки. 94 тысячи поинтов. Прям определенно должно быть. О, у нас двойной уровень. Интересно. Хорошо. Ну, здесь тоже успех. Уровень довольно-таки простой. Ну, нифига себе, мы с вами поразрушали. Должно быть 3 звезды, друзья. 197 тысяч поинтов. Да, это у нас 3 звезды. Хорошо, давайте дальше посмотрим, что у нас из этого будет получаться в дальнейшем. Ключик, я так понимаю, у нас открылся, да. Ключ птицы найден. Только что это нам дало? Выпусти птичку. То есть мы с вами можем выпустить любую из этих птичек. Давайте выпустим вот эту. Не помню я, чтобы у нас подобное было в первой части Angry Birds. Там, насколько я помню, птички давали за уровни. Ну, давайте посмотрим. Так, ну, в принципе, мне обучение-то и не надо. Да, я помню даже, что из этих птичек дает примерно так, чуть-чуть. Но нам даже вторая не нужна, ибо мы здесь все в нулину снесли, опять же. Поэтому можем смело идти на уровень. Второй. Так, и у нас с вами дается достижение. Хорошо. Хорошо, друзья. Так, уровень 2 нас ждет с вами. Так, ну это довольно простая конструкция, чтобы ее снести. Но нет, она не устоит. Она не устоит, но вот этот вот маленький выжил. И это... Это прям вообще неприятно было. Ну ладно. Все. Теперь точно финал. Нам дают дополнительную карту. И... Второй уровень. Так. Ну вот теперь... Важно не просчитаться, это успех. Да, начинающий свинобой, 30 свиней уничтожено. Страйк. 213 тысяч. Опять же, должно быть 3 звезды. Ну и разумеется. Разумеется, у нас с вами 3 звезды. Третий уровень. Там потом нам опять ключик будет доступен.
Вот, друзья, вот это уже уровень поинтереснее. Заполнить его, чтобы получить еще одну карту. Ну, надо как-то вот туда запихнуть. Ну вот не... Вот, ну не должен же он выживать. Но он сейчас же перевалится. Да перевалится. Да, все, его уже развернуло на 90 градусов. Почти. Буль-буль. Идеально. Нам с вами дают дополнительную карту еще. О-о-о. Вот это уже интересно. Но не сложно. Просто все снесли в нулину. Опять же страйк. Ну и 3 звезды, да. Первые уровни всегда проходят на 3 звезды, это понятно. А вот что будет дальше? Сколько тут вообще уровней? Так, мы с вами ключик получили. Так. Кого бы нам с вами теперь выпустить? Ну, давайте бомбежку выпустим. Ворону-бомбежку. Орнитолог, 3 птицы собрано. Хороший выбор, давай потренируемся. Ну, потренируемся, потренируемся. Хотя я помню, что она взрывается, если на нее нажать. Полный сет. Да-да-да, я помню, что она дает. Ну и это разнос. Сейчас это все еще доломается. Вот та бы ледышка сломалась, было бы хорошо, но нет. Бабах. Хорошо, новое в игре, это все дело нас пока не интересует с вами. Давайте посмотрим, сколько тут всего уровней вообще. Ух ты, 15, Нью-Свинск. 35 уровней у нас на этой карте. Ну, не шибко много. Давайте четвертый уровень посмотрим. Что он нам предложит с вами. Так. Ну, вот, наверное, начинал бы я вот с этого дела. Перфекто. Просто перфекто, друзья. А вот здесь уже можно и бомбануть. Ну и разумеется, его домик не устоит. Ну и живых тоже нет. Хотя вот там еще динамит один остался. Но да все равно. 210 тысяч. Разумеется, 3 звезды. Но и мы продвигаемся дальше. На 5 уровень. Новый уровень. То здесь помимо этих уровней еще какой-то уровень прокачивается. Какие-то сундучки. Так, бронзовая птица. Так, выберите награду. Серебряная птица. 750 перышек. Ну, не знаю. А, и у нас еще и птицы прокачивают свой уровень. Хорошо. Третий уровень, серебро. Ну, уже все, здесь уже будет предел. Не докачает здесь нам больше перышек. Да, 400. Ну и пятый уровень, друзья. Пятый уровень. Уровень босса. Вот это действительно интересный уровень. Так, ну давайте бомбанем.
Мы так фатальненько бомбанули на самом деле. Ну сломается же, сломается. Но все равно его не убрала. А теперь убрала. Шикарно. Давайте сразу дальше. Не будем ждать. Там все равно больше нечему падать. И вот это уже... Вот это шеф-повар. Босс так просто не сдастся, думай головой. Хм. Интересное предложение. Скинуть на него весь этот динамит. И я не откажусь это сделать. Страйк. Поверженный босс, 340 тысяч очков. И пятый уровень у нас с вами пройден. Так, это что такое? Это в наши планы не входило никак. Нифига себе. До 10 уровня он перебрался. Хорошо. Ну что ж, я думаю, здесь мы с вами и закончим с такой игрой, как Angry Birds 2. В 2018 году игра определенно актуальна. Ну что ж, друзья мои, если вам понравилось это видео и нравится эта игра, то не забудьте оценить его лайком. Ну и, конечно же, не забывайте про ту красную кнопочку подписаться. Всего хорошего.